Этот продукт прекрасно нам знаком. Наша компания стала второй в мире, предложившей эту технологию в своем проекте «Микрон». На сегодняшний день проект «Микрон» представлен в оригинальной гамме из 12 цветов и в серии «Микрон 2.0». У нас есть фабрика, которая производит эту гамму. Есть и рынок сбыта. Нашей задумкой была существенная актуализация этого проекта с целью создания новых возможностей для его продаж. За время работы мы продали более 25 миллионов метров этого продукта. И сегодня нашей попыткой является расширить проект «Микрон 2.0» еще одним микроном, именуемым «Ре-микрон», который существенно отличается с точки зрения хроматической логики и эстетики. На эстетическом уровне это почти однотонный дизайн, где динамика материала очень однородна, без четко выраженных полос. Примите во внимание, что каждый из цветов был получен путем смешивания между собой четырех различных масс. Мы ввели в цветовую гамму 7 цветов, таким образом получилось 28 массы, из которых 25 совершенно новых, для создания новых цветов в идеальной хроматической градации. Белый по центру, теплые и холодные. Логика следующая — обеспечить светлые, полусветлые и полутемные цвета. Классические форматы 60 на 60 и 30 на 60 сантиметров. Отделка полировочная, естественная, бучардированная во всех форматах. После чего мы подумали о том, что было бы возможно объединить «Ре-микрон» и «Ре-колор». Облицовочная плитка в основном выполнена в аналогичной хроматической комбинации и в аналогичном калибре, что и «Ре-микрон». Те же самые 7 цветов в формате 30 на 60 сантиметров. Поверхность по задумке выполнена глянцевой, однако глянец выражен не в сильной степени. Это огромнейшая матрица, на которой представлены все цвета во всех форматах и во всех возможных отделках.